Конечно, люди являются детьми Божиими, да, и мы в молитве Господу обращаемся как к Отцу, Отче наш, сущий на небесах. И Господь для каждого из нас является нашим небесным Отцом. Вместе с этим в церковной жизни, да, в церковной практике применяется такое наименование, как раб Божий, но оно подчеркивает только любовь человека к Богу, его смирение, его желание следовать Богу и исполнять в своей жизни волю Божию.